Сегодня в Самарском областном суде в закрытом режиме прошло первое заседание коллегии присяжных по делу об убийстве полицейского Андрея Гошта и членов его семьи. По версии следствия, в ночь с 23 на 24 апреля четверо мужчин, выходцы из Средней Азии, проникли в частный дом в селе Ивашевка. Битыми черенками от лопат они нанесли смертельные ранения 6 людям. Выжить удалось только племяннице полковника. Следствие пришло к выводу о том, что данные преступления были совершены из корыстных побуждений, а именно с целью совершения хищения имущества. Также установлено, что никто из обвиняемых в день преступления не знал и не догадывался о том, что они совершают преступление в отношении сотрудника полиции. Коллегия была сформирована только со второй попытки 30 ноября. В нее входит 12 основных и 4 запасных присяжных. По большей части именно от них и будет зависеть судьба подсудимых. Мы будем следить за развитием дела. Андрей Горгуленко, Григорий Плешаков. События.